В Уральске в уходящем году реализовано 10 проектов в рамках программы «Нурлы жол». Возведено 3 жилых дома, отремонтированы старые и построены новые инженерные сети. По сравнению с прошлым годом на 20% вырос объем налогов от предпринимательства. Доходная часть бюджета города на 2016 составила 22 миллиарда тенге. В полном объеме будут обеспечены выплаты заработных плат и пособий. 1800 человек трудоустроят на общественные и социальные рабочие места. Свыше 1,5 миллиарда тенге направят на строительство нового жилья и благоустройство дворовых территорий. На следующий год в бюджете города уже предусмотрено завершение 2 домов. Это 13-14 пятно в городе Уральске, которые предназначены для молодых семей. 180 квартир молодых семей будут заселяться. И по линии казахстанской ипотечной компании с Нурлы жол выделены средства 3 миллиарда на 5 строительство 5 домов. Они начаты в этом году. В следующем году осенью будут завершаться. 500 квартир будут предоставляться очередникам.